Привет, это снова я. Меня зовут Кривомастер. Делаем сегодня вот такую вот шапку для Ютуба на телефоне. Давайте, друзья мои, мы начинаем. Короче, сегодня мы будем использовать вот эту вот программу. В частности, я ее использовал для своих превью и для своей шапки, как вы могли уже увидеть. Так что заходим и создаем свой проект. Короче, мы в тексте, да, так что начинаем. Пожалуй, возьму как пример слово «текст», что все, кроме того, что мы должны сделать это в 3D-шном виде, как в превьюхе. Поэтому добавляем глубину. Глубина не должна быть такая уж и большая, хотите, ставьте мои настройки. Затем в 3D-повороте меняем, так сказать, угол. Хорошо, мы это отредактировали, теперь нужно, так сказать, добавить обводочку, да, нашу любимую обводочку, ставим на 9. Короче, добавили мы обводочку, теперь нужно тупо отксерить. Нажимаем сюда, затем берем то же самое, кладем поверх предыдущего слоя. Окей, теперь нужно выключить обводочку. Теперь у нас такой прикольный эффект. Обводочка, да, такая черненькая, только поверх 3D текста. Вот он такой 3D-шный, да, весь темно-желтый и желтый, и поверх него идет, так сказать, обводочка типа маркером. Можете теперь выключить это, поменять текст. Тьфу ты, вот здесь, не знаю, всякую всячину написать. И оно будет в нормальном виде. Хорошо. Теперь, есть такая штука под названием Brush Stroke. Да, это такая штука, сейчас покажу. Я это использовал для своей шапки. И затем по позиции ставим его ниже слоем. Меняем угол. И все. И все. Так что, вот, в принципе, получается вот такая вот штука. Вместо текста пишите свой ник. Название своего канала, и вот сейчас сделаю как надо и потом покажу, в принципе, что у меня получилось, типа такой хо-хо багер ебой. И да, как бы странно это ни звучало, вот типа название вашего канала и все, типа дополнительные словечки я уже не стал ничего лишнего добавлять или убирать, взял, почему бы не оставить, в принципе. Вот и все, теперь нужно сделать фон. В принципе, вот, я сделал фон, то есть он у меня уже готовый. Можете скачивать с интернета любой фон, который вам понадобится по тематике. У меня это Майнкрафт, да. Вот это вот няшный кубизм. Короче говоря, нам теперь нужно добавлять нашу фоточку. Она именно где-то вот здесь вот. Вот теперь нужно его позиционировать ровно посередине. Сейчас размер исправим. Ну, короче говоря, это еще подождет. Нужно добавить еще одну фоточку. А именно наш второй фон. То есть не второй, тот же самый, только нужно сделать такой офигенный эффект. Какой эффект? Офигенный, да? Ладно, шутка. Итак, короче говоря, я поставил еще один такой же фон, только сверху. И смотрите, если смешать, то есть уменьшить прозрачность, получится вот такая вот жесть. Хорошо, это тоже подождет. Теперь остается добавить партиклы. О, да. И после чего все. На этом все будет. Будет шапка в моем стиле. Вот эта вот штука. Это партиклы от Эндермена, мои самые любимые. И, в принципе, вот, нам нужно обрезать. Это, допустим, уменьшить, потом взять вот это. Партиклы наши. И начать, как бы так сказать, позиционировать. Так, нужно чуть-чуть вот так вот сделать. И все. Для примера все. Нужно откопировать, поставить чуть выше и смешать с фоном. Еще раз откопировать и поставить, смешать с фоном. Получается типа эффект передвижения. Я все доделаю и потом вам покажу. Так что ждите. Короче, вот такая вот офигенная шапочка у нас тут получилась. В принципе, вот это вот отдельное фото я сделал в PNG формате. Вот это вот фон
с пикселями 2560 на 1440. Вот. Затем я положил вот эту вот фотку посередине, увеличил под размеры фона. И все. Как я делал партиклы? Я сделал 4 картинки и поменял их перспективы. Затем уже распределял по всей территории нашего фона. Затем ровно посередине сделал наш ник. И все. Так что вот, довольно-таки просто. Надеюсь, вам, если будут какие-то вопросы, без каких-либо стеснений, пишите в комментарии. Постараюсь ответить на все. Если вам нравятся какие-то еще туториалы по этой программе, то обязательно упомяните об этом в комментариях. А, кстати, я забыл вам показать свою шапку на YouTube. Еще рано прощаться, подождите. Вот она, моя шапочка для YouTube. Она вот в таком вот виде. Чуть-чуть партиклы здесь большие. Ну, это первая, самая моя первая версия шапки. Так что вот, друзья мои, если вам понравилось, опять же, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Криомастер. Всем удачи, всем пока. Пока. Капитан Диарей.